Надежный тыл укрепляет веру в победу. Нашим бойцам регулярно направляют гуманитарную помощь. Особо ценный груз – автомобили повышенной проходимости. Несколько недель назад была запущена акция «Автопоезд» в рамках проекта Народного фронта «Все для победы». «Автопоезд» – это значит, что совместный проект Народного фронта вместе с компанией РЖД, которая предоставила бесплатно платформы, вагоны и, соответственно, потом весь состав, который повезет автомобили повышенной проходимости, абсолютно все, кто какие может, от мотоциклов до квадроциклов и грузовых автомобилей. Когда Народным фронтом была объявлена акция «Автопоезд», то, естественно, наша организация не осталась в стороне. Нами были подготовлены 3 автомобиля УАЗ повышенной проходимости, вот которые вы сейчас видите здесь. Более 250 автомобилей из 42 регионов одним составом доставят в Ростовскую область. Бойцам гуманитарный груз поступит в канун Дня Победы.